У нас просто ребята есть, у тебя в федерации ребята такого уровня, реально грамотную, красивую оболочку вот этого сделать всего, информационную, и могут люди, кто платит, наверное, будут платить, если они подтвердят свой уровень, они им хорошие средства захотят, чтобы сами вырасти там или детей, своих родственников, да, там продвинуть на соревнованиях. Вот эту нам надо... Это знаешь, как я тебе 10-й раз прошу, Николай, давай встретимся, собирай вот эту братву нашу знаменитую. Нет, я понял. Ты до 18 числа. Как? Да вообще, мы информацию Да нет, здесь какая штука. Может быть, просто люди, может быть, люди найдут средства, может быть, допустим, да, вот, например, кто-то платит там в этом в интернет за какие-то индивидуальные программы тренировок, да, допустим, люди там по 1000, по 5000 платят. Блин, нафиг куда-то в интернет отправлять? Я вот ребята, кто рассказывали, виновные, разные другие, они по тыщенке поотправляли разным людям. Это они между собой так, знаешь, прикалываются, говорят, ну что-то, говорит, деньги заплатил, а результат не получил. У нас реально есть спецы в области, ну, конкретно в Саратове, ну, Тимур, условно, сейчас, да? Как это? Явный, подтвержденный сертификатами, там, грамотами, кубками спецуха. Нам просто надо сейчас эту сделать сценарий, как ему себя вести, если он захочет. И мы эту всю информацию отснимем, и пусть наши же ребята, если они готовы найти средства потратить, пусть лучше тратит ему, чем куда-то отправляет. А он, может быть, благодарность федерации, он тоже что-то какое-то хорошее там действие сделает. То есть это вот вся... Да, оно все это явно, просто тебе не хватает времени на все это заниматься, мне не хватает времени. Да ты что, мы целыми днями, во-первых, просто отличие от ребятни молодой, у нас семьи, трудности, проблемы, там, забот полный рот. Поэтому, Николай, это все, предупреждены, пожалуйста, аккуратнее, особенно сейчас у него не справки у Дамира, потому что он не может принести. И какая штука, я тебе сейчас вот еще раз это напомню, у него что-то там с венами в паховой области. Ну там что-то, да, потому что он всегда говорил, я не могу ногами широко двигать, мне не нравится разминку, которую делаете, это больно. Я сколько раз просил, ну как бы Дамир его батя, вот, ну по ушам мне ездил там, ну давай так, потом. И если они даже вначале справку приносили, то, скорее всего, они лечащему доктору не говорили о том, что у него болеет, ну, этот, паховая там область. Просто не дай бог, блядь, что-то случится. А так это красота. Я единственное расстроился, что ребята огорчились. Они говорят, блин, Тимур их, короче, готовит, а как же на соревнованиях? Это нечестно, типа, на соревнованиях, получается, судья готовит чемпиона, ну, России, типа, что за прикол? Я говорю, парни, успокойтесь, все решим. Вот, поэтому, чтобы другие на нас не злились, правильно же, Николай? Так, все, и это, еще раз, если я Денису напоминаю про воскресенье, он должен был все согласовать, да? Потому что хотя бы так вот... Говорил, но вот эта Татьяна Ивановна сказала, что нету. Да, все хорошо, все четко. Все, Николай Алексеевич, в общем, мы на неделе, что ли, на это увидимся, получится? Все, лады, тогда это ждем, много чего есть интересного. Все, доброго вечера, всем здравия. Да, до встречи. Thank you.
Shut up.